Вуковар – символ Отечественной войны, символ борьбы за самостоятельность и независимость Хорватии, символ отражения сербской военной агрессии. Почти 2000 защитников Вуковара около 3 месяцев отражали атаки 30 тысяч сербских резервистов и тем самым дали время остальной Хорватии подготовиться к обороне. Одна из самых кровавых битв в Европе после 45-го. Я все еще живу в 91-м году и ищу своего сына Томислава. Нам, родственникам пропавших без вести, негде зажечь свечи и положить цветы. Трагедия коснулась почти каждой семьи в Вуковаре. И с ней приходится жить и 25 лет спустя. Двадцать пять лет назад, после 87-дневной осады, Вуковар пал. Спустя 7 лет изгнанные жители получили возможность вернуться в этот город. После гражданской войны в 95-м году большинство сербов уехали отсюда. Линия раскола города не видна, но живущие здесь люди ощущают ее ежедневно. Кириллица на вывесках напоминает им о зверствах сербов. Представители сербской общины Вуковара не пользуются своим языком, потому что боятся дискриминации. Давление и атмосфера ненависти не позволяют им воспользоваться своими правами. Жители Вуковара страдают из-за того, что многие убийства до сих пор не расследованы, и, как они говорят, большинство тех, кто несет за это ответственность, так и не понесли наказание.